Как вам мероприятие? Как вам атмосфера праздника? Мне всегда нравится атмосфера этого праздника, поэтому я сюда каждый год прихожу. Здесь уникальная атмосфера, потому что собираются самые разные люди. Но почему-то именно на этих мероприятиях, таким скучным словом назовем, никогда не бывает агрессия, наоборот, исключительно доброе чувство. А что вы можете пожелать радио «Эхо Москвы»? Я пожелаю радио «Эхо Москвы» существовать всегда, работать так же хорошо, чтобы ни у кого никогда не возникало мысли переключиться на другую кнопку. А не могли бы вы нам рассказать о своих планах, творческих или, может быть, таких глобальных, или еще каких-то? Мы в образовании, у нас творческие планы какие? Детей учить. И мы им тоже советуем слушать «Эхо Москвы». Спасибо вам большое, спасибо.